Всем привет! С вами Аль Пачино, и сегодня рассмотрим с вами вот такие вот интересные игровые геймерские наушники от фирмы EXO. После перемоги треба буде якось відволікатися, и в этом нам помогут вот такие вот наушнички. Про них и поговорим. Довольно приятная, хорошая цена, хорошее качество сборки и много чего интересного. Давайте разбираться. Приятного просмотра! EXO AirJoy Plus E3Z – профессиональная ультралегкая игровая гарнитура с аудиокабелем USB Type-C и удлинительным кабелем USB-A. В комплекте помимо наушников мы имеем приятную сумку для транспортировки, мануал и переходник с Type-C на USB 0,8 метра. В самих наушниках кабель Type-C длиной 2 метра. Гарнитур можно, кстати, использовать с телефоном, в которых нет 3,5 мм разъема для стандартных наушников, а наушники уже подключаются в Type-C. Такой телефон у меня есть и все работает. А, например, у моей жены телефон с разъемом 3,5 мм, и если подсоединить наушник через Type-C, через который телефон заряжается, то они работать не будут, так что имейте в виду. Данная гарнитура очень удобна на голове. Ультралегкий вес у нее всего 204 грамма, намного меньше, чем у традиционных игровых наушников. Двойной микрофон с ENC шумоподавлением эффективно снижает 96% окружающего шума для лучшего качества связи. Они имеют эффект объемного звука 7 в 1, что позволяет вам четко определить позицию противника в игре и взять инициативу в свои руки, чтобы выиграть игру. Вы также можете загрузить драйвер объемного звука 7.1 с официального сайта, чтобы настроить больше звуковых эффектов. Полностью облегченный корпус, ультралегкий дизайн, физически снижает и распределяет давление на голову. Мягкие вкладыши из протеиновой пены с памятью также удобны для длительного ношения с меньшим усилием прижима. Кроме того, внутренняя металлическая структура является ключом к сохранению прочного качества сборки. Что же касается качества звука наушников, то тут, конечно, я вам никак его не покажу. Но скажу свои ощущения. Наушники играют довольно качественно, звук очень приятный, хороший, насыщенный, но без лишних басов. То есть, как вы знаете, есть наушники, в которых бас ощущается с перебором. В этих же наушниках все хорошо, все нормально. По моему мнению, преобладают немного низкие частоты. Хотя все можно настроить эквалайзером, я уверен. Данными наушниками я пользуюсь больше месяца. Скажу честно, обзор на них должен был быть до войны, скажем так, или в первый день войны. Но по всем понятным и известным обстоятельствам обзор его перенесся. Обзор этих наушников я перенес. Что хочу сказать, наушники реально годные, хорошо собранные, они очень легкие. Что хочу заметить, у меня есть наушники от Xiaomi, у них амбушюры намного меньше, то есть уши в середину, вовнутрь не влазят, в этих влазят. Вот раз. И это важный нюанс в том, что уши в этих наушниках не болят, реально не болят. В тех наушниках Xiaomi-шных, таких золотых, если помните, у меня года два назад был на них обзор. Там при долгом ношении уши болят. Тут с ушами все хорошо, комфортно. Плюс наушники не ощущаются на голове. При длительном их использовании голова не болит, то есть все нормально. Как вы видели, на наушниках, на левом наушнике регулируется как звук, то есть ну, громкость звука и выключение микрофона. Включен микрофон или выключен. Ну, то, что удобно. Из неудобного сразу замечу, если мне не нужно говорить по микрофону, я его не могу никуда спрятать. Бывает такое, что он ну, иногда немножко мешает. Я просто беру его и вот так вот вниз опускаю, чтобы он мне не мелькал в глазах, этот вот микрофончик. Ну, это такой небольшой, скажем так, как бы не минус, минус не знаю кому как. Меня поначалу это напрягало, но потом привык. Также, что еще хочу сказать, ну, прикольная подсветка, понятно, хорошие материалы сборки. Ага, и еще плюс в том,
что мы данные наушники реально можем использовать с телефоном. То есть тут Type-C вход. Но если у вас телефон заряжается по Type-C, но в нем есть 3,5-мм джек, наушники работать не будут. Только если у вас в телефоне, вот как у меня, нету 3,5-мм джека. У меня есть обычные наушники, родные от этого телефона, которые тоже также работают вот по Type-C. То и эти наушники будут работать по Type-C. Вот я подключил, мы видим, наушники загорелись. Если я подключил бы наушники к обычному телефону, вот, в котором есть 3,5-мм разъем, повторюсь, они бы не работали. То есть вот как-то так. Наушники прикольные, можно брать, можно заказывать с AliExpress. Если я не ошибаюсь, пока что у них нет доставки в Украину. Но потом можно уже будет заказывать. Про другие страны не знаю, ничего не могу сказать по доставке. Вот так, пишите свое мнение про данные наушники, как они вам, вообще вам интересна ли тема наушников, потому что следующий ролик, в следующем видео я покажу вот такие вот беспроводные наушники от этой же самой фирмы. Забегаю вперед, также ну, варианты очень, очень достойные варианты. Всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях, как у вас обстановка, как у вас настроение. Вот, и слава Украине, все будет хорошо в скором времени, я очень на это надеюсь. Всем пока.